Рыбников не сбил. Не хочу ехать. Ну, не сбил, все нормально. Цепь натянул слишком сильно. Слишком сильно? Да. Ну ты уже решил проехать на полную. Все, садись, заводи, тормози чем-то. Я бы руку отпустил. Стой. Заводись для начала. Сейчас. Кнопка. Ну спусти чуть-чуть вниз, все, стой. Тело цепь. Одень. Сергей, сейчас одень. Видишь, оно, ты открутил, оно подвинулось, только что колесо стало криво. Чтобы она пошла. Стой на подножку. Максимально медленно, как можешь. Попробуй теперь заесть, вот где ты тебя стянула. Нормально только заешь, чтобы заехал полностью. Тренировка. Вот максимально медленно в стойке спускайся. Максимально медленно, как можешь. Это тоже тренировка на баланс. И потом там разгонись, возьми разгон на горке. Отлично. Надо только еще технику. Технику. И второй. Чик-чик-чик. Тянет деревья, его тянут. Теперь в обратку. Куда?
Да. Привет. А ты что-то делаешь? Ну, молодец. Теперь задача со звездочкой. С чем задача? А, с этой стороны будет проще. Дай проеду. С какой звездочкой? Сейчас, ну рядом горочка. Давай, да, на второй. Ну ладно, поверю. Не хватает. А теперь в обратку попробуй. Туда? Ну да, ты там можешь заехать там вот. Фирменный танец давай. Подожди, сейчас. Ну попробуем. Не так. Заснял! Подскочил круто, да? Вот поэтому надо вперед наклоняться. Нормально. Вчера тоже заезжали на второй передаче. Тут просто не в корень, а вот справа. И вот эта вот штука тоже. Отсюда разгоняешься. Как раз тренировка. Здесь нету такого резкого перепада. Здесь в конце горки газу, и он по инерции залетает. Ты должен тренироваться, попадать именно куда тебе хочется. Ага. Поехали за водой сразу. Сейчас. Вон туда дальше выезжаешь, и там пологая горка, блин, с газом просто. Я понял, назад сюда. Сейчас, 3 секунды. А то воды. Воды. Надо номер снять. Тут валится. Где ключики? Дай ключики.
Почти. Еще больше газа надо. Стой, стой, подожди. Его не хватает. Ну все четко. А? Четко. Метр там глубина. Зарывать надо эту яму. Чуть-чуть не хватило. Перед горкой открываешься уже, но оттяжка назад, чтобы не вторгнулся. А потом уже нормально, газ держишь, ты залетаешь. Это уже B3, когда мотик нормальный. Надо бы терять уже. Минчика везде уже его не хватает просто. Тебя хватает, а Минчика не хватает. Ой. Конца нет. Она... Ну покатайся. Его надо почувствовать. Ты же уже прошлый раз чувствовал. Ну покатайся, покатайся. Я тебе скажу, что красное. На этом намного быстрее научиться, чем на этом. Да. На этом? Да. Намного быстрее, чем на этом, понимаешь? На этом ты поездил. Отработал газок, и тебе похуй любая подъемка, нахуй. Любая. Нормально получилось? Отлично. Ты там прям на заднем, походу, валил. На заднем. Я сам охуел, блядь. На заднем потом встал, газку дал и выскочил. Покажи, я хочу посмотреть. Я ж охуел. Ну, я проехался, я его почувствовал. Засал! Я газ не кричал, ты и не открыл. На такие даже не смотрю. Попробуй. Не. Мне хватило там, и я еще это. Я тебе говорю, ну он серьезный, он, понимаешь, он серьезный. И чтобы им скакать на карьерах, вот тогда надо как на этом по лесу поскакать. Баланс чувствовать, понимаешь? Круто! Я тоже понял, что круто. Все, садись на него. Ну, можно сел. И так, да. Сел.
давай идите смотреть кольца. Наверное, ждал, блядь, этого очень долго. А подсос опустил. Буду ржать сейчас. Трубка. Открой еще раз крышку. Видишь, едь на подсосе тогда.